Хей, гайз, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Магическая энциклопедия Лунный свет. Так, лады, у нас здесь две вещи. Дом мага и лабиринт. Лабиринт Минотавра, давайте сразу к магам пойдем. Фокусники. У нас здесь лейка, ножницы, тонкая спица, факел и лавровые ветви. Ну, вообще-то, использовать не лавровые ветви, я знаю как, а... оливковые ветви для венков и всего такого. Так, ежик, ежика нужно будет похавать дать. Лейкой полить. Лейкой польем, лейкой мы все сделаем. Ну, здесь два уровня, это значит, я буду снова же бегать. Так, и делаем процедуру на то, что здесь ничего нету. Так, палку нашли, хорошо. Еще две вещи на колесе. Одна здесь, вторая здесь, на шпице. Это тоже деталь? Нет. Так, вот зато есть деталь. Все. Факел. Это подойдет к Минотавру, потому что здесь я ничего не вижу, что вообще можно зажечь. Чем можно собрать? Вот этот фокусы. У двери нет ручки. Да, это фокус. Охерительный фокус. А ты что здесь ищешь? Колючий. Похоже, что водосток давно уже забился. Можно это пробить? Почему? Это частью рабочей. Ладно, это значит, только можно сделать иглой. А это можно полить, но нужно лейком. Так, точно. Листья. Все. Здесь может быть часть листа. Вот этого. Если эта трава там засорена. Игла. Игла может состоять из две детали. А не. Все. Так, мысль с иглой, с иглой. У меня пропадает. Что там может быть трава. Значит, у нас идет сейчас лейка. И ножницы. Лейка, ножницы. Так, еще нашел ножницы, часть лейка. Две части лейки, может быть одна. И ножницы, одна часть, либо две. Музыка однообразна, тогда плохо. Это единственный минус в игре, я считаю. Плохое, плохое, все это все дело. Я нихуя не вижу. Help me. Окей. Давайте еще поищем. Может, все-таки что-то найдем. Вот это вот меня. Ладно. Что, что тебе дать? На. В траве точно ничего здесь в цветках не может быть. Да, подсказка даже быстро делается. Если бы она минуту набиралась, то они очень слишком как бы сделали. О, ножницы нашел, нихера себе. Обрезать. Ну это ж сухое. Не могу допустить, чтобы растение засохло. Ёжика я тоже обрезать не буду. Ищи лейку. А, все в другом мире. Окей. Да, лабиринт Минотавра, только почему-то его уже разукрасили. Кирка. Путеводная нить. Кубок. Деревянная ручка. А, ручка для дверей и зеркало. Вход в лабиринт. Не надо смотреться в темное. Ну ж ты что, темно. Там темно. Хорошее место для тайника. Ножницы. Светило. Разбитый кувшин. Так, ладно, здесь у нас есть кувшины, детали, веревки, нитки. Что можно напугать такое гораздо хищника? Что может напугать грозного хищника? Статуя победителя, чего-то не хватает. Отлично. Путь.
Да, нет, не значит обязательно. Вот здесь стекло надо. Все надо. А воды я нигде не наберу. Уж извиняй. Ты уж извиняй. Так, часть кирки. Тихо, пропади. Может сбоку опять? Да я про бок забываю. Ничего. Ручка. Часть ручки. Стекло. Хорошо. Сделаем таким образом. Ножницы нужно отковырнуть. Ну, хорошее место тайника. Ну, это кирка нужна. О, кристалл. Да ёлки-палки. Где это дерьмо может находиться? О, клубок. Все, пошлите. Ой. Катись, катись, моя ласточка. Что? Не вижу, там что-то есть? Так, чаша, лопата, трость, меч. Остроконечный камень. Или осколочный камень. Мне плевать. Раз. А, поджечь. Я думаю, что-то так как-то темно. Аж жопой. Ничего не понимаю. Да долго ты? О! Это другое дело. Ну, в темноте было виднее предметы. Вот это что? А, это просто капает. Хорошо, наберем, наберем. На ней что-то должно стоять, я ставлю. Че такое? Окей. Кристаллы. Меч, символ. Рукоятки. Что внутри? Кусок лазы. Там точно ничего нету. Смотрите мне, камень. Камень можно попробовать вытянуть. Вытяни. Ножницы. Эта земля свежевыкопанная. Нужна лопата. Щит. Почитаем лопата. Нет. Это что? Трость. Почему ты не ставишься? Алло. Приятель, кубок. Почему сюда кубок не ставится? Нет? Чаша, что ли? Давайте поставлю чашу. Все, ты наполнилась водой. Так, что тут светилось? Что светилось? Че? Я поливаю. Чего? Ё-моё, что происходит? А нахер мне тогда... На, чудовище, попей воды. Что может быть тогда? Ребят, я не вижу. Это на все, что мне хватит. На. Что здесь, где я еще что-то? Пригорает. О, горит попка. Возгорание. ЧП. Чрезвычайное пришествие. Что? Что вы охерели? Я говорил, что там что-то есть все-таки. Клик. Две непонятные вещи.
Взаимодействие 0. Кусок камня. Везде может быть. Пока я лопату не найду, мы с места не продвинемся. Лично я уже все обсмотрел. Я не вижу. Если вы нашли, молодцы. Две непонятные вещи, которые нельзя взаимодействовать. Кубок с водой. Хотел полить дерево. Хер. Типа это не та вода, которая мне нужна, да? Может, тут еще третий есть предмет? Остудить водичкой. Так, переместите камни таким образом, чтобы с каждой из четырех сторон были по два одинаковых элемента. А, окей. Кокс, кокс, кокс. Почему с этой не может быть стороны, не понял. Вы сюда проедь. Или не может. Стороны были по два одинаковых. Если считать то, что оно вообще не двигается. Я просто не понимаю схему, как она работает. Она ведь не работает. То есть она может сюда поставиться, но она сюда не ставится. Может просто с этой... Допустим, вот так, да, где-то. Не, ну это двигать нельзя. Ну как-то это нужно наверх провести. Допустим, так. Квадрат вообще куда-то у меня запропастился теперь. Если бы, конечно, было бы понятно, как оно передвигается, может, было бы нормально. А так просто нажимай наугад. Получится, не получится. Вот почему ты сюда не можешь поставиться? Странно. Странные все это действия. Значит, остальные части здесь где-то. Обрезать крылья нет, не могу. Ну вот, часть льва я вижу. Что может его напугать? Он сам же может напугать. Но дело в том, что... Трость, ну кирка нужна. Две части, еще и это дерево. Сложно, сложно. Класс. Она была там, оказывается. Ладно. А ну-ка, мне интересно, аж видно там так?
было бы нормальное разрешение, была бы самая нормальная такая картинка, была бы хорошо видно. Так, ни хера не видно. Иди-ка к зеркалу. Туда уж не пройти. Непонятные ножницы. Ладно, вот это херь. Да, все спрятано там. Ну, две вещи максимум были там спрятаны. Зеркало, часть зеркала. Вот это? Нет. Знаете, это как песенка с чечеткой. Чувствую, сейчас будет много комментариев со словами «Как ты, блядь, не увидел?». Все, готово. Можно уходить. Дом фокусника. О, лейка. А ну погнали. Лейка пустая, блядь. Или она с водой уже? Пустая. А через дверь не пройти. Придется искать другой путь. Я тебя сейчас трусь, ебану. Ёжика, блядь, поймёт? А ему... О, лейка. Вода. Полил. Расти, расти. Обрезать, взять, отдать. Выходи, дай иголку. Отлично. А, через низ можно попасть. Хорошо, отлично. Я внутри прокрался к фокуснику в дом. Цилиндр, цветы, книга, обручи, платформа. Лафас. Ладно, так, цветы вижу. Вижу много деталей. Начну давайте отсюда. Тут ничего, да, нету больше. Хорошо. Вижу много. Еще нажать на это надо. Да, обруч довольно тяжело найти, хотя он все равно как бы виден. Так, красный алмаз. Сколько их? Один уже целый, 20. А, только один целый. А, ну мне показывают то, что я на что смотрю. Да, это еще несколько серий будет у нас. Включая эту. Ну, обруч я внутрь не положу. Что-то нужно внутрь засунуть. Опять голову. А, ну, это расположите вещи. Это довольно... А, типа, правильно, да? Хорошо, буду знать. Так, стопай ремень. Колодокарт. Назад это не взять, да? Ха. Угадай, сколько деталей забирает фигур. Прикольно. Так, давайте я, короче, разложу. Будем это делать. Хорошо, две вещи. Банка. Кто-то пришел, но это не ко мне. Но это точно правильно поставленные вещи. Кажись, из-за того, что эти вещи поставили. Подождите, расположите предмет так, чтобы все поместившиеся и не касались друг друга. Если нажать один раз, предмет повернется. Ах ты ж, елки-палки. Не прикасался. Ах ты ж.
сказали бы сразу. Так. Как-то... Так, разве они прикасаются? Так, ты не... Эх, черт. Ясно. Чай с кувшином. Так, ладно, подождите, сейчас приду, посмотрю. Так, все, я пришел, сходил за водичкой как раз себе. Что у нас здесь? Так. Какой забавный светильник. Да не забавно, это какое-то магическое зелье. Цветы. Как можно было так спрятать цветы? Так, ладно, это сюда. Книга. Книга у нас где-то здесь была внизу. Крокодил. Цилиндр. Часть цилиндра может быть где-то здесь спрятана на одежде. На птице навряд ли. Цветы вообще где-то спрятаны. Хер знает где. Подсказка. Черт. Как я его не увидел? Ебу. Что? Так, это что-то значит? Так, не могу понять, это свеча. Ладно, тут нужно что-то положить, да? А свечу, подожди, чем тогда поджечь? Да? Все я сделал. Кролик. Бани. Бац. Бац. Отлично. Роджер, ты ранен? Катрин, времени почти не осталось. Никакого разговоров нет. Заговорили, что он собирается магическую силу, чтобы навсегда стать самым могущественным существом на всей планете. Надо остановить его, говорю я. А вдвоем нам не справиться, я отправлюсь за помощью к магистрам, а ты постарайся выяснить, где он находится. Я уверен, что хотя бы в одном из этих мест ты отыщешь его следы. Нажмите так. Ну, короче, типа как-то так. Давайте на этом закончим, да? И в следующей серии продолжим. Это что, мы только два выполнили? Классно. Почему бы нет? Ладно, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока.